нам, конечно, нужно работать с молодежью. Нам обязательно вернуть нужно профессионально-технические училища. Надо сделать так, чтобы человек труда зарабатывал больше, чем бездельник, который там, извините меня, спит до 12 дня. Мы воспитали поколение потребления, а нужно поколение производителей воспитывать. А для этого нужно сделать работу человека труда престижной. У вас орден Красного Знамени, я смотрю, да? А у нас работали трижды герои, то есть герой труда, значит, вот это нужно делать.